Суд идет. Прошу садиться. Ваша честь, показания этого свидетеля лишь подтверждают первоначальные доводы защиты о том, что потерпевшая обвинила моего клиента в изнасиловании с целью обогащения. Она знала, кто он, она знала, чей он сын. И после полового акта, который произошел, я подчеркиваю это, по взаимному согласию, решила его шантажировать. А увечья она сама себе нанесла? Вопрос риторический. Обвинение?
Ваша честь, у обвинения нет вопросов. Понятно. Ну, раз у обвинения нет вопросов, тогда их задам я. Не против? Давайте мы с вами все проясним, чтобы я вас правильно понял. Вы утверждаете, что лично видели подсудимого, который во втором часу ночи провожал потерпевшую? Да, видела. Как вела себя потерпевшая? Ну, я бы не сказала, что она была чем-то расстроена. Почему? Ну, она улыбалась. А потом вы услышали их разговор? Да, она сказала… Только, пожалуйста, тезисно. Они начали ругаться из-за денег. Она сказала, что если он не даст ей их по-хорошему, то она заставит его по-плохому. А по-плохому это как? Заявит на него за изнасилование. Угу. А напомните, пожалуйста, откуда вы все это слышали и видели? С балкона своей квартиры. Какой этаж? Что? Я спрашиваю, на каком этаже вы живете? На 9-м. И вы все раз слышали про деньги, про угрозы с 9-го этажа дома, который стоит на оживленной дороге. А они громко говорили. Как нам повезло, что у вас все в порядке со слухом и со зрением. Вы свободны. Ваша честь, мы заседаем уже несколько часов. Я прошу вас сделать небольшой перерыв. Суд объявляет перерыв на 30 минут. Михаил Юрьевич. Вадим Андреевич, что-то случилось? Нет, нет, я просто зашел узнать, как. Нет причины беспокоиться обо мне? Ну, знаете ли, все-таки не каждый день приходится рассматривать такие резонансные дела. Сына зампреда городского совета обвиняют в изнасиловании. Для любого судьи это была напряженная ситуация. Так как заседание? Так вы вроде сами все видели. Увидел, да. Интересно, ваша оценка. Факты, к которым апеллирует защита, весьма сомнительны. Хотите услышать мое мнение? А у меня есть выбор. Не торопитесь с выводами. Вам нужно хорошенечко взвесить за, против, а потом уже решить, что учитывать, а что нет. Надеюсь, вы меня понимаете. Более чем. Рад, что вы прислушались. Всего доброго. Прошу всех встать. Прошу садиться. Я еще раз изучил показания свидетеля защиты и решил не принимать их во внимание ввиду наличия сомнений в их достоверности.
Михаил Юрьевич, назовите одно ваше качество, благодаря которому вы идеально подходите на должность в Краевой суд. Могу сразу два. Извольте. Я не сотрудничаю с прокуратурой, и у меня нет родственников в адвокатуре. Поясните. Это означает, что... Это означает, что я априори не занимаю ни позицию обвинения, ни позицию защиты. А стараюсь, как это и положено, оставаться беспристрастным, какое бы давление на меня ни оказывалось. Но я никогда не иду на сделки. Все прекрасно знаем про общественное мнение в отношении нашей судебной системы. И именно поэтому я стараюсь действовать максимально открыто. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, в моем суде пытаются докопаться до истины. Я опираюсь только на факты и только на доказательства. И считаю, что это одно из важнейших качеств, которым должен обладать судья. Кстати, вспомнил еще кое-что важное. Мне хватает 4 часов сна. Чтобы нормально работать. И что же, Гельман сам пригласил тебя в свою контору? Да, когда узнал, что я у вас работал, позвонил. Вы считаете, что мне не нужно к нему идти, да? А какая разница, что я считаю? Тебе же решать. Ну, я вижу, что что-то не так. Да видишь ли, у него клиенты какие-то особенные. Что не заседание, обязательно какой-нибудь деятель, для которого закон не писан. Все покупается, все продается. Ну, значит, там не по пути. Ну, что так рубить с плеча? А вдруг тебе там понравится? Задача судебного процесса – установить истину, а не посадить или оправдать кого-то. Вы мне это говорили каждый день. Да. Михаил Юрьевич, а может, мы отметим с вами мой последний день? Я угощаю. Что? Да никто ничего не подумает. Мы с вами уже не работаем вместе. И к тому же мне нужно посоветоваться по адвокатуре. Хорошо, Дин. Я позвоню. У меня столик на 7 забронирован. Я вам тогда адрес скину. Договорились. Подвезти? Не-не, спасибо. Спасибо, не сегодня. Антон!
что ты делаешь? Да. Пап, я сбил человека. Что? Я сбил человека. Как? Я взял мамину машину. И врезался в мотоциклиста. И что потом? Ничего. Я просто взял и уехал. Ты что, не дождался полиции? Антон, а что с мотоциклистом, Антон? Антон! Тебе плохо, Антон? День калятор! Антон! Что с мотоциклистом? Ты вызывал скорую? Нет. Почему? Потому что, кажется, он умер. Антон, тебе кажется, или ты уверен? Думаю, да. Что да? Уверен. Он не дышал, не двигался. Там было много крови. Когда все это случилось? Часа 4 назад. 4 часа назад? И ты все это время сидел здесь и ничего не сделал? Господи, Антон, когда ты стал таким человеком? У меня начался приступ. Прям за рулем. Я достал ингалятор, уронил его. Нагнулся, чтобы поднять, и сбил мотоцикл. Ты был один? Учти, если кто-то с тобой был, он соучастник преступления. Где это было? По дороге к Васильевскому озеру. А чем ты поехал на Васильевское озеро? Не знаю. Что значит «не знаю», Антон? Я просто хотел покататься. Покатался? Сколько раз я тебе говорил не брать мамину машину? Так, поехали. Куда? Куда, пап? В полицию. Я не поеду. Пап, я не поеду. Там никого не было. Никто не видел. Антон, ты, может быть, убил человека. Надо признаться. Иначе будет хуже. Поверь, я знаю, что говорю.
Надо прийти в полицию и во всем признаться. Меня арестуют? Скорее всего, да. Да, доченька. Да, постараюсь сегодня вечером пораньше вернуться домой. Да. Ну, а пока, пожалуйста, побудь у бабушки. Я тебя скоро заберу, да. А, вечером? Конечно, посмотрим мультик. А какой ты уже выбрала? Угу. Хорошо, значит, будем смотреть его. Да. А сейчас, родная моя, маме нужно идти. Слушайся, бабушка, пожалуйста, веди себя хорошо, ладно? Люблю тебя, целую. Да. Пока-пока. Пока. Да. Тоже рада тебя видеть. Пострадавший? Неотложка забрала. Состояние? Личность установили? Да. Но боюсь, что тебе это не понравится. Вот. Охренеть. Авария произошла из-за твоего приступа. Астма в этом деле смягчающая. У тебя положительные характеристики, учишься в лучшей школе. Приводов у тебя не было. Пожалуйста, салфетку. То, что произошло с мамой, такие трагедии обычно вызывают сочувствие. Пап, пожалуйста. Я все знаю. Все понимаю, но просто сейчас это может помочь. Я уже понял. Молодец. Дальше. Когда попадешь в изолятор, постарайся ни с кем не общаться. И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не говори, кто твой отец. Пап, может, нам все-таки не стоит туда ехать? Может, можно как-то решить по-другому? У тебя же наверняка есть какие-то связи. Ну, там, конечно, у меня есть связи. В данном случае мы будем делать все по закону. Поверь, я знаю, что я говорю. У меня было много таких дел. И сколько ты из них оправдал? Знаешь, Антон, нам всегда рано или поздно приходится отвечать за свои поступки. А сейчас сделать так, как я говорю, единственный правильный вариант. Подожди здесь. Я позвоню. Добрый день. Мне нужна старший следователь Полякова. А кто спрашивает? А по какому вопросу? Заявление подать. Секунду. Полякова Анна Сергеевна, да?
Тут судья, как? Романов. Романов, да, вот с заявлением. Угу. Понял. Она у начальства скоро спустится. А можно вас попросить бумагу и ручку? Бумаги? Пройдите, пожалуйста. Спасибо. Можно вас еще листок бумаги попросить? Да, конечно. И, к слову, о криминальных сводах. Нам поступила информация об аварии, произошедшей в районе Васильевского озера. Пострадавшим оказался Данил Разин, чье состояние оценивается как крайне тяжелое, и сейчас он находится в одной из больниц города. Виновник аварии скрылся, что не исключает версию о покушении. Напомним, что отец пострадавшего, глава группировки так называемых «Разинских», приговорен к 12 годам лишения свободы за контрабанду оружия. На данный момент он находится в СИЗО в ожидании новых разбирательств по делу. Мы пытались поговорить с братом пострадавшего, с Ильей Разиным, но он от комментариев отказался. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Мне сказали, что вы ко мне? Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте. Я смотрю, у вас завал. Давайте я в другой раз. Да что вы, бросьте. Что у вас там? Заявление какое-то давайте. Да, опять? А пойдемте ко мне в кабинет пока. Да, я здесь, да, я слушаю. Да. Я сейчас до кабинета дойду. Да. Уже на месте, сейчас отправлю. Да. Подожди. Угу. Да, сейчас. А, сейчас. Лови. Да. Какой день, ночь? Какое время суток, уже ничего не понимаю. Может, по кофе? Да, простите. Про Разина уже слышали? Да, авария какая-то. Дело вы будете вести? М? Новостях какую-то муть несут про покушение. Ну, не знаю, муть не муть. Был бы это не Разин, то... А так сбили и бросили умирать. Но он выжил. Неужели никто ничего не видел? Если бы. Короче, может, это и авария, а может, попытка убийства. Только этого мне не хватало еще. Вообще, ребенка скоро не буду видеть. Вам с сахаром? Нет, спасибо. Да черт с ним, с этим Разиным. Что у вас случилось? У меня машину угнали. Ничего себе.
Когда? А, вы же хотели заявление подать. Да вы ответьте, я не спешу. Там. Алло. Да, да, это за этот год. Да. Если нужно за прошлый, то мне понадобится время. Да. Ну. Подожди. Так а зачем же? Все равно. Да я на автомате свою машину написала. Машина жены была. Я люблю точность. Я на минуту. Да? Антон, быстро уезжай. Что? Я сказал, быстро сядь за руль и уезжай. Куда? Куда угодно. Только не домой. Найди какое-нибудь тихое место, оставь там машину и сразу уходи. Антон, ты понял меня? Пап, что случилось? Михаил Юрьевич, а данные на машину для ориентировки, а то такими темпами ее на запчасти разберут где-нибудь. Ну да. Land Rover E827TS. Пап! Почти запомнила. Михаил Юрьевич, вот же урна. Пойдемте добьем бюрократию. Тут стоять нельзя, машинку переставь. Че, глухой что ли? Я говорю, машинку переставь, тут стоять нельзя. Проезд загораживай, сейчас Зак поедет. Я не могу. Ключи у отца, он у вас в отделе. Кого-нибудь подозрительного видели? Нет, нет, вроде нет. Может, вам пластырь дать? Секунду, у меня да в сумке где-то был. Не, это случайно. Рамку разбил, фотографию дома. Сын. Понятно. Кстати, как он? Переживает смерть матери. Простите, я не хотела. Да, Анна Сергеевна. У меня тут целая аптечка сейчас. Да, не надо, не надо. Не-не, сейчас, у меня все есть. Да, доченька. Анна Сергеевна. Угу. Прости, пожалуйста. Ну, мультик придется с бабушкой посмотреть. Да. Михаил Юрьевич, а вы скоро приедете? В смысле? Куда? Мы с вами договаривались встретиться. Вы забыли? Договаривались встретиться. Михаил Юрьевич, это, алло. Михаил Юрьевич, вы меня слышите? Дин, я сейчас перезвоню. Так.
Сейчас. А где ключи? Пап, у тебя. Да. Пап, что происходит? Пап? Что ты ему сказал? Я тебя не понимаю. Там, в отделе, ты называл свою фамилию? Нет. Ты можешь сказать, куда мы едем? Ты же сказал, надо сдаться. Тот мотоциклист, которого ты сбил, это Данил Разин. Сын того самого Разина, авторитета, которого я же и посадил. Если он узнает, если он хотя бы подумает, что это ты сбил его сына. Так он мертв? Или нет? Пока жив. Значит так, запоминай. Завтра ты идешь в школу, я иду на работу. Мы забываем про этот день. И никому ничего не расскажем. Никогда. Антон. Я все понял. Пожалуйста, повтори. Мы никому ничего не расскажем. И вообще никакой аварии не было. Молодец. Пап. Все нормально. Сиди спокойно, если что, ни слова без адвоката. Сейчас пройдешь пару улиц, возьмешь такси и домой. А ты?
Иди. Ничего не бойся. Когда отвезешь меня к сыну? Простите, но сегодня никак. Утром сразу же отправлю запрос. А он доживет до утра, как думаешь? Я все понимаю, но это сложная процедура. Сочувствую вам. Дверь закрой. Просто скажи, сколько. Дело не в деньгах. Меня за такое не то, что уволить. Посадить могут. Смотри. Или ты возьмешь бабки и отвезешь меня к сыну. Или убьют тебя и всю твою семью. Я это даже отсюда устроить могу. Иду в медчасть. Заключенному плохо. Боль в груди задыхается. Похоже на сердце. Ему надо в больницу. Пусть срочно оформляют. Звони в пожарную. Ага. Отойди. Спокойно, сейчас мы ее. Ну что,
Я в пожарную позвонил, они уже едут. Проводка к родному, что ли? Ага. Олег, прости, ради бога, нужно срочно поговорить. А ты где? Во дворе. Заходи. Привет. Что случилось? Заходи. Давай там. Пойдем. Садись. Мне надо избавиться от машины. В смысле избавиться? От какой машины? Это же машина Марины? Да. Олег, только давай договоримся, ты не будешь задавать вопросов. Ты просто скажи, поможешь? Чем? У тебя наверняка есть кто-то знакомый, цыган, кто занимается машинами. Я заплачу, но надо, чтобы они отогнали ее куда угодно, на разборку, за границу, мне все равно. Главное, чтобы она исчезла навсегда. Миша, какая-то уголовщина. Я не урка, я офицер. Олег, мне больше не к кому обратиться. Миш, привет. Привет, Нар. А ты чего так поздно? Я уже ухожу. А вы чего здесь сидите? Идите в дом, свой вопрос решайте. Холодно же. Нар, иди спать. Олег, скажи ему. Жди здесь. Ну, пойдем, пойдем. Ничего, все хорошо, все нормально. Иди, иди. Алло? Да? Окей. Давай.
Ну что, где твой угонщик? Поздравить. Да будет, не переживай. Так вы что-то вляпался? Мы же договорились без вопросов. Миш, мы друг друга всю жизнь знаем. Я тебя таким никогда не видел. Вообще никогда. Я же должен как-то. Не должен. Дело имя забудем. Все хорошо будет. Едет. Давай ключи. Давай без ключей. Поехали. До тебя тут час добираться. Ты там, на такси. А, ну как хочешь. Спасибо. Нори только ничего не говори. Хорошо. Здравствуй, Миша. Как дела? Варвара Ильинична, вы в 3 часа ночи позвонили мне узнать, как у меня дела? Хочу узнать, все ли в порядке. Все в порядке. Точно.
Слушайте, а к чему все эти вопросы, а? Хочешь прямо? Хорошо. Звонили из полиции. Машину угнали. Ну, вам звонили, а зачем? Зачем? Это уже интересно. Зачем ты водишь меня за нос? Машина моей дочери оформлена на меня. А, ну да. Вы так не беспокойтесь. Я как только обнаружил, сразу заявил. Следователь моя хорошая знакомая. Хотя, понятно, шансов найти машину мало. Но... Уже нашли. Где-то в районе границы. Так что все обошлось. Да! Да! Руки! Руки назад! Ай! Слышь ты? Молодой, просто с дура оступился. Подумал, что, может быть, это не просто авария. Когда Разин узнает, кто сбил его сына, вы представляете, что начнется? Война. Ну, понимаешь, меня сейчас арестуют. Вы что на меня вешаете? Надо выяснить, чья это кровь.